Всем привет, всем здравствуйте, друзья, рад видеть вас на сегодняшнем стриме. Вот и закончилась моя эпопея с историей PC Engine. Надеюсь, вы все уже посмотрели третий заключительный выпуск истории. К сожалению, ее смотрят не так активно, как первые две. Может быть, подустали, но тем не менее, все равно спасибо вам всем. Очень хорошие результаты. С удовольствием читал все эти месяцы ваши комментарии под этими выпусками. Кажется, получилось сделать что-то, ну, по крайней мере, по меркам моей деятельности, легендарное и важное. Спасибо вам, что помогали все это время. Сегодня налить можно в честь окончания? Да нужно, конечно, нужно. Собственно, сегодня у нас финальный такой вот стрим по PC Engine на этом канале, где мы поиграем в игры из третьего выпуска, и меня уговорили в конце стрима еще и запустить PCFX, так что спасибо за наливайку. PCFX, я его достал сегодня с полки с верхней, достал из коробки, распечатал, подключил по S-видеокабелю. В общем, подготовился. В последний час будем играть в PCFX. Вот, а начнем, да, с Джеки Чана. Я примерный списочек игр себе накидал. Ну, сразу скажу, ребят, конечно, ну не будем играть в Rondo of Blood, но потому что зачем, если у нас впереди
Еще история серии Castlevania и Rondo of Blood как раз в следующем по очередности в истории Castlevania выпуске будет. Игра большая, сложная, объемная, хорошая. И лучше, конечно, играть в нее на стриме со знанием дела. Уже рассказывая что-то полезное. Вот. Начнем, да, с Джеки Чана. Небольшая игрушка, которая также была и на NES. И многие на Денди в детстве играли. Я, честно говоря, мне не попадалась она на Денди. Я в нее не играл в свое время. Это вы кладете. Поиграл уже сильно позже. Спасибо, Володь. Спасибо. Ура. Спасибо. Я буду признателен всем, кто сможет помочь для реквизита для следующих выпусков. В то же время понимаю, что времена тяжелые у многих. Кто-то уехал, кто-то и здесь с трудом существует. У меня вот недавно до конца отлетела монетизация на Ютубе, то есть даже то, что с просмотров за рубежа какие-то там капали небольшие совершенно деньги, смешные, и они теперь не приходят. Но ничего. Тут можно тигру прям в щипры прописывать с кулака. Спонсорство не слетело, это просто другой канал. Да, да. Вот, а, собственно, если у вас какие-то есть еще комментарии, какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать касательно выпусков, касательно PC Engine, я с удовольствием буду отвечать. Единственное, что если чат будет лететь быстро, в таком случае только это... на донатные смогу ответить 100%, а что уже это буду зацеплять из чата... то будут зацеплять. Хорошо, остальное посмотрю уже в записи, наверное. Виктор, хорошего, дружного стрима. Спасибо большое. Спасибо, Виктор. Спасибо за поддержку. Да, это уже я играю, да. Там вот с тех пор, как карта появилась на экране, это пошел геймплей. 174 человека, растем. Да, я сегодня тупанул в очередной раз. У меня на этом канале по умолчанию стоит настройка на все новые видосы и стримы. Это доступ по ссылке. Ну, чтобы ролик автоматически не публиковался, как только я его заливаю на канал. Такой добрый чел, а я ему навщи. Вот, и я этот стрим в закрытом виде продержал часа 3. Потом открыл, и он только вот за 10 минут до вот старта заглушки стрима. Он только раздуплился и начал показываться в фиде подписок. Сначала на главный Ютубе начал показываться, потом в фиде подписок спустя время. Хорошего стрима, спасибо. И вот кому не подключусь в лайв, все воют про отсутствие монетизации. Ну, представляешь, если единственная как бы гарантированная ежемесячная оплата труда твоя пропадает, и остаются только те, которые варьируются от месяца к месяцу, и те, на которые нельзя 100% рассчитывать. А у тебя семья и все такое. И как? Что следующее будет в Extra Life и когда? Коли жду доп-контент про создание ЕЛ. Да, нам Patreon и Boosty будет доп-контент про создание этих выпусков, который будет только для спонсоров. И никогда не выйдет в общий доступ. Но там и снято все по-домашнему, так что... грубо говоря, стыдно выкладывать в общий доступ, а тем, кто в теме, а тем главное не оболочка, а содержание. Что касается дальнейших планов, ну, во-первых, в планах возродить, вернуть из отпуска скорее, так будет правильно сказать, рубрику «Короче». Что-то я там накидывал по темам, надо ознакомиться мне самому. Что касается экстра лайва, значит, сейчас будет, как обычно, голосование на Patreon и Boosty за тему следующего выпуска. В этом голосовании особо сюрпризов не будет. Будет то же, что и обычно,
соответственно, без следующего выпуска про историю консоли, потому что тут надо, во-первых, собраться с мыслями, проверить реквизит для следующего выпуска. По-моему, это будет Game Gear, следующий по порядку из тех, что я хотел бы сделать. Там, по-моему, Game Gear, 3DO, PlayStation, что-то такое у меня намечено. Наверное, мне обратно идти. Хотя нет. Тут все враги разных размеров, и Джеки Чан огромный по сравнению с многими. И в следующем голосовании не будет Castlevania, опять же, потому что, во-первых, я хочу не погибнуть при создании следующего экстра лайва, делать один за другим суперсложные выпуски, но это самоубийство какое-то. Хочется что-нибудь попроще, и на что уйдет не так много времени, и благодаря чему вы получите выпуск раньше. Все-таки эта история с PC Engine была очень затяжной, и надо возвращаться к более частому выпуску роликов. Обратите внимание на графическое исполнение игрушки. То, что мы называем 8 бит по самое здрасте. Так, Enter the Gecko. Вот, что еще сказать. У меня там несколько тем для будущих экстралайвов висит из тех, про которые там рядовые зрители, кто особенно на стримы не ходит, на Патреоне и Бусти не тусуются, особо и не знают. А есть конты? Нет контов? Есть конты. Вот, и их просто пока не выбирали в последнее время. Так что не думайте, что там остался только один Мегамен и все. Нет, там еще несколько интересных тем. Вот, еще в планах у меня сделать выпуск про все игры для мультитапов Sega Mega Drive, Sega CD и Sega 32X, но у меня был давний замечательный, великолепный план собраться с ребятами в каком-нибудь антикафе и, собственно, позахватывать эти игры, потому что нужно 4 человека минимум. Всем мальчишкам. Девочки могут на 3-4 минуты пойти погулять. Там чего вы сидите? Идите, гуляйте. Дело на целый день. Супер Пиопли закидывается точку на реквест. Анепик. Там дело на целый день, и когда геймплей будет захвачен, когда мы соберемся, то можно будет этот уже экстра лайв сделать. По аналогии с выпуском про мультитапы для NES и Famicom. То есть там будет и рассказ про железки, и про все игры с ними совместимые. И как, ну, насколько интересно эти мультитапы используются, в каких играх. Но, конечно, это вообще очень давний план, который сломался сначала еще из-за ковида, еще в те времена. Он сломался, когда все закрывали, и мы не могли никак собраться. Потом у меня проблемы начались. Потом у всех проблемы начались. Спасибо за эту затяжную серию на PC Engine. Правда, очень интересно, будет ли стрим по 3DO. Ну, когда выйдет история 3DO, будет. А так, на стрим-канале своем я каждую неделю играю в то, что реквестят зрители, поддерживающие канал. А так, все возможно всегда. Коля, хотелось бы что-то вроде истории, как были сняты танчики и Adventure Island. Что-то по типу такого история. Я редко выхожу к тебе на стримы, в основном смотрю канал. Вот у меня запланирована, например, история серии Никетсу Куньо-кун. Одна вот из тех, что висит в голосовалке. И пока ее не выбрали. Но там будет, я думаю, что-то подобное. Там в один выпуск будет влезать сразу десяток, а то и пару десятков игр, потому что
потому что их столько. Там одну эпоху Famicom, грубо говоря, взять и добавить к ней порты на другие консоли, такие как Mega Drive, PC Engine, аркадные оригиналы, это все объем. К истории компаний, выпускающих такое количество аддонов. Качество съемки и подача информации самое лучшее из возможных. Очень классно смотреть и наблюдать за ростом и прогрессом обработки материала. Желаю лям и просмотров. Спасибо большое, спасибо огромное. Для лямов просмотров, наверное, надо снять что-нибудь на более популярную тему, такую как вот как раз 3DO и PlayStation, но мне очень хочется идти по порядку, поэтому я еще потерплю, постараюсь. Кстати, что касается картинки в процессе работы вот на истории PC Engine, таки удалось обновить камеру со скрипом на зубах, с большим трудом. И сейчас уже пару роликов на канале Pixel Devil Life вышло, снятое на новую камеру, и понемножку я учусь на нее снимать, заниматься цветокоррекцией. Уже можно для тех, кто вдруг не подписан на Pixel Devil Life, оценить, как это будет дальше в экстра лайве примерно. Предметная съемка, конечно, получается на новую камеру гораздо интереснее, плюс настоящее 4К изображение, с которым можно проделывать гораздо больше интересных манипуляций. Чья-то жаба пускает мышь. Это по каким таким законам природы можно пускать мышь? Если ты жаба. Игра становится лютой. Мне кажется, в этой версии, конечно, гораздо больше интересных эффектов, чем в NES-овской. Обманул меня все-таки. Ох. Неприятно было. Все-таки снизу запырял. Камера дело хорошее, поздравляю, спасибо, спасибо. Будут ли стрим летсплеи по играм с аркадных кабинетов, ну или кто кого? Тема аркадных кабинетов, игр у нас очень слабо изучена, и как тебе разница по управлению на джойстиках и геймпадов? Пишешь. Ой, с последним это как-то, я даже не знаю, что сказать, но это по-разному. Стоит попробовать самому. Касательно аркадных игр, на лайв-канале планируется в скором времени большое количество обзоров аркадных игр. Собственно, из следующего ролика вы узнаете, почему. Коля, привет. А почему между выходом ролика для патреонов и выходом для всех прошло так много времени? Мне показалось, что будто бы пару недель, а может, просто ошибаюсь. Ну, короче. Там была такая ситуация, что мы договорились о рекламе. Реклама в Extra Life, который выходит в среднем раз в 2-3 месяца. Это очень существенный доход, который помогает мне и жить, и закупаться каким-то реквизитом для будущих роликов. Я очень на нее рассчитывал. Но получилось так, что проект слетел, отложился, и я думал, что все, я буду выпускать ролик без рекламы. И в этот же день обратился другой рекламодатель, которому я предложил, сказал, что вот ролик готов, можно прямо сейчас залетать, и все. И мы с ним договорились, буквально, знаете, там, ну, типа, через 4 дня выпустить рекламу, грубо говоря,
После выходных. Спасибо большое, Стас, привет. Спасибо большое, рад видеть. И спасибо большое, кстати. Вот, ну я думаю, ну хорошо, типа еще 4 дня, окей, после выходных. Вот в понедельник займемся, ко вторнику выпустим или типа того. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Спасибо, Stereo Gravity, спасибо за поддержку. И на следующей неделе тишина-тишина, я пишу, и оказывается, там тоже слетает рекламная кампания, она откладывается, проект задерживается, он не готов. И я опять думаю, что ну все, мы выпускаем ролик без рекламы, завтра все окей, и вечером этого же дня, когда слетает вторая интеграция, возвращается первый рекламодатель, который к тому времени, как раз-таки у которого все срослось, как раз-таки Atomic Heart запустил предзаказы. А ролик мой все еще не был выпущен. И все, и мы в очередной раз договариваемся уже точно. Но, соответственно, опять же, мне присылают ТЗ, надо снять... интеграцию, надо ее... А, вот она, я не видел эту платформу. Надо ее выложить, там, запрувить все дела. Опять же, на это ушло еще дня три. И из-за того, что вот каждый раз, когда я думал, что все, выкладываем без рекламы, в этот день все менялось, из-за этого так долго ролик висел в раннем доступе. Коля, тебе ключик от Atomic Heart дадут? Не знаю, не обещали. Спасибо за рассказ о PC Engine. Это были лучшие ролики о истории консоли. Вопрос на Новый год, будет что-нибудь интересное? Не, не будет. Я вообще не любитель... да блин. Каких-то праздничных видосов. Ну, разве что стримы иногда, но сейчас по семейным обстоятельствам. Не могу. Даже стримить особо в праздничные выходные дни. Надо с семьей время проводить. И я хочу с семьей время проводить. А для тех, кто, может, не в курсе, у меня в семье пополнение. Я стал отцом. И в связи с этим стал больше свой рабочий график... мой рабочий график стал больше походить на рабочий график всех остальных людей, которые работают 5 дней в неделю. Разве что стримы я все еще умудряюсь устраивать 2-3 раза в неделю. Спасибо большое, Всеволод, за поддержку. Спасибо. Что за голосовалка только сейчас зашел? Никаких голосовалок нет. О чем речь? Да, это Джеки Чан. Новый God of War. Я, честно говоря, что-то сегодня, пока я монтировал видос для лайв-канала про мистер FPG. Ой, я до босса дошел. Вау. Я посмотрел, как командор играет. И что-то мне так не хочется играть в новый God of War. Я поймал себя на мысли, что я не хочу делать все, что вот там геймплейно в нем, наверное, по голове надо быть, да, происходит. Все, что мне интересно в новом God of War, это узнать историю. Чем там все продолжилось с сыном и с нордическими этими богами. А кого-то там побеждать, ходить по этому открытому миру, я вообще больше не хочу. Я это делал в таком большом количестве игр. God of War старого образца, он как-то более интересно выглядит до сих пор. Он более линейный, он не тратит твое время впустую. Так что я даже не знаю, буду ли я играть в новый God of War. Сразу его куда-то в ад направили. А есть такая опция сделать экстра лайф про игру с кабинета на заказ? Чего, почем и куда можно заносить? Нет, такой опции нет.
не готов я такие штуки проворачивать. Знаю, что у некоторых блогеров такое есть. На новый став для новых роликов. Спасибо огромное. За крутой контент. Закинь, пожалуйста, на Runau AI. Рад адвентуре. Спасибо за такую мощную поддержку. Спасибо, Денис. Короче, Extra Life это не просто обзор. Девочки могут на 3-4 минуты пойти погулять. Так, что-то тут посыпалось. Это вы кладете. Идите гуляйте. Еще на Apex 100. Супер Пиопли закидывает соточку на реквест. И Дэш, спасибо большое, 200 рублей за поддержку. Спасибо огромное. Extra Life это не просто обзор. Extra Life это очень комплексная работа по поиску, обработке информации, по доскональному прохождению игры, по анализу не только самой игры, но и временного промежутка, и событий, происходящих вокруг у компании, производителя, издателя и разработчика, у компаний-конкурентов. Это большое сложное погружение в тему. Если я буду вот так вот выбирать какие-то темы, к которым у меня не лежит душа, а вот все варианты голосования на Boosty и Patreon мне за следующие экстра лайвы, это вот темы, по которым я хочу сделать ролики. Исключительно. А если душа не будет лежать, ну я мне кажется, выгорю с одного такого выпуска нафиг. Вот это вы кладете себе в карман. На стене висят два атака. Особенно левый. На стене висят два тапка, особенно левый. Что-то знакомое. Как будто это какой-то анекдот или кек из прошлого. Но я не помню, что это значит. Спасибо за поддержку. А, я понял, про какую голосовалку спрашивают. Я рассказывал в очередной раз, что у нас есть такой бонус для тех, кто поддерживает меня на Boosty и Patreon. Что-то там от суммы, эквивалентной $10 в месяц. То есть на Patreon это $10, на Boosty это что-то в рублях похожее. Эти люди от этой суммы в месяц выбирают тему следующего экстра лайва. Как только я готов, я запускаю голосование на Boosty и Patreon. И люди из тех тем, про которые я хочу сделать следующие выпуски, из тех тем, на которые у меня готов реквизит и все в порядке, и можно вот прям начинать создание видео, они выбирают голосование. Вот о чем речь. Ай! Вот когда пошло быстрее, даже легче стало. Вот потому что дольше можно тусить на... Ну, точнее, наоборот, не надо долго тусить на камне. Предыдущий. 1К. И этот на подгузнике. Ладно, наберут бы слейп. Спасибо. Спасибо большое. Это вы кладете себе в карман. Всего хорошего. На небеса Аркадии. Вот это... Burst by Sleep. Вау. Донатные паузы. На небеса Аркадии. Всего хорошего. Спасибо, чувствую владыка этой и еще немногих вчера вселенных. Вчера он играет в Марио с Кропом. А сегодня уже отец. Мальчик или девочка? Если не секрет. Девочка. Девочка. А небеса Аркадии 200. Вась Пупкин. Ну как вчера в Марио с Кропом? Вот сейчас задумайтесь в вашей голове, когда это было.
Вот задумайтесь. Цифру себе представьте. Super Mario Bros. Это легкая игра. Это вы кладете себе в карман. Это было 9 лет это назад. Это значит, что на стене 52 тапка. Особенно левый. Водка. Спасибо, Всеволод. Спасибо, Алексей Попов. Так, мы останавливаем этот стрим. Спасибо вам большое. Это ведь самый настоящий новый уровень. Здоровья, детеныши и Вали. Пусть в эти трудные времена вам благоволят добро и удача. Идите. Спасибо за вашу работу. Идите, гуляйте. Да, очень, конечно, времена подвернулись такие, что, конечно, все это очень непросто. И от этого печально весьма. А я добавлял на Tomb Raider, чтобы ничего не забыть. Кослани сегодня не будет. В этом особо нет смысла, я говорил, потому что Кослани у нас будет отдельным роликом, когда будем рассказывать про историю Кослы, и в этом будет больше смысл. Так, Алексей Попов. Спасибо. Так, это я уже дочитал и отвечал. И Нартида тоже за огромную поддержку. Спасибо большое. Ребят, респект всем на новый сочный экстра лайф. Спасибо. Радует, что есть люди, которые делают контент по ретро-теме. До вчера это было. Что творится? Марио с Кракпом было 9 лет назад. Я думал, 8. Почти угадал. 4 года назад кто-то написал. Да, ребят, времени прошло безумное количество. Можно вообще время количествами мерить? Странная фраза получилась. Ладно, давайте посмотрим, куда нас приведет этот сегмент с поднимающейся лавой. Скоро закончится вроде как конты, и будем переходить. Все нормально. Я перешел на следующий уровень. И будем переходить к следующей игре тогда уже. А, это ты сосульки. Делаешь сосульки вниз. Жизу подкинули. Ай. Больно. Здравствуйте, оторвался от Рагнарёка ненадолго. Это игра на карте или на CD? На карте. Так, все. Это был последний конт. Следующая игра для разогрева, в которой я предлагаю вам сыграть, это Такахаши Мейджин Ношин Бокинджима. Она же известная на Западе как New Adventure Island. Сейчас запустим как раз англоязычную версию, потому что она есть. То есть для TurboGrafx 16. И я забыл, на чем она выходила, но вроде бы на Хьюкарте. New Adventure Island, да, вот она. USA. Че скажешь, про Айзека играл? Я запускал, но мне что-то не пошло. Не мое. Вот так, такое. Я сейчас не про руглайк часть или руглайт, а именно про кор геймплей, вот про эту стрельбу, хождение. Криповый Джеки Китай в исполнении японцев. Дичь. Не, дичь будет дальше. Тут, короче, ну, собственно, выпуск, если про Adventure Island смотрели, то видели завязку уже. У мастера Такахаши украли жену. И на самом деле это ремейк первой части, который начинается прямо как первая часть для NES или как Wonder Boy. Но быстро набирает обороты и превращается в новую игру. Такой полуремейк, полуновая игра. Довольно интересно для тех лет. Спасибо большое, Андрей Матвеев.
терпения, здоровья дочке и родителям. Сам стал отцом в разгар пандемии. Сыну почти 2 года. Спасибо большое, спасибо. Подскажите, что за Super SD System 3? Это такой флеш-картридж, даже более чем флеш-картридж от компании Terra Onion на FPGA-системе, который подключается в порт расширения PC Engine или Turbo Graphics 16 и позволяет запускать все игры как на карточках, так и на дисках, не имея CD-ROM привода, потому что FPGA-часть заменяет полностью привод, эмулирует его на железе, соответственно. А, можно же даже через костры бежать, когда такая тема. Вот такие вот дела. Собственно, большинство игр я захватывал с помощью SD System 3, потому что это тупо удобно. Все с флешки. Да и, кстати, RGB-выход для захвата видео штука уж точно незаменимая. Ух ты, крутая штука, а карты BIOS все равно нужны будут. Нет, она все их заменяет. Да вы с ума сошли, такие большие донаты засылать, ребята. Я предавал этому году. Видимо, скоро полечу в Аргентину просто паспорт получать. Так как, по сути, я остался без гражданства и дома. Хз, как ты там держишься вообще и умудряешься работать и выдавать прекрасные ролики? Живи. На что-нибудь клевое ретровое, что давно хочешь. Блин, если серьезно говорить, то я тоже хз, как я умудряюсь, но с другой стороны, какой у меня есть выбор? У меня есть ответственность, и с ней надо справляться. Так, на что-нибудь ретровое, во что я давно хотел поиграть. Ретровое прям такое, что прям давно хотел. Сейчас полистаем чуть-чуть. Пускай это будет Final Fantasy 6, которую я еще не проходил. Спасибо огромное. На самом деле, да, конечно, этот год, этот наполнен для меня одновременно настолько противоположными прекрасными и ужасными вещами, что вот этот маятник настроений, он раскачался до какого-то ненормального состояния, и это действительно совершенно какой-то новый опыт, переживать который раньше не приходилось. Так или иначе, двигаться куда-то надо, делать что-то надо, и иногда, наоборот, это помогает сосредоточиться на работе, черт возьми. Иногда невозможно на ней сосредоточиться, а иногда, наоборот, уйти в нее — это единственный возможный какой-то способ сохранять адекватное состояние. Что поделать? Я бухать чаще стал, вообще редко просыхаю. Ну, я в основном наоборот. Бухать почти перестал. Не то чтобы я раньше бухал. Слово какое-то слишком жесткое. А, бумеранг на камешки даже сносит. И даже эти дамажат. Коля, что насчет дисклеймера в начале ролика последнего? Кажется, на Boosty в ролике его не было. Но я на Boosty часто выкладываю видео без каких-то мелких вещей, просто чтобы сделать это поскорее. И уже пока вы будете смотреть на Boosty, дополнить выпуск финальными деталями.
На Boosty и Patreon что важно делать, ребята? Я заметил, что многие из вас этого не делают. Читайте, пожалуйста, посты. Вот выходит ролик, под ним написаны слова, которые я написал. Читайте их, пожалуйста. Это не только содержит какую-то важную информацию, но и просто интересную. Я всегда видосы стараюсь сопровождать чем-то для вас дополнительным. Да, забыл. На то он и нужен, Boosty и Patreon. И давай валяться на финалку, на которую только что закинул. Что происходит с ложками и тапками? Финалку шестую... Она, кстати, благодаря тебе резко вырвалась на третье место. Sonic Frontiers с ней не играл. Тоже смотрел обзоры стрима и тоже как-то ловлю себя на мысли, что... Да что-то не особо хочется. Вот эти современные игры, где ты слоняешься по миру и значительную часть игрового времени делаешь ничего полезного... Девочки могут на 3-4 минуты. Я не могу этого понять. Это такая потеря времени. Что вы сидите? Идите гулять. Привет из Владивостока. Привет. Доброй ночи. Соточку на реквест. Закинул на Непик. Мне очень нравится анимация бега в этой игре. Такой смешной. Черт, вот двойная жаба била меня в прошлый раз. И вот он, флажок чекпоинта. И вот он. Привет, River City Girls 2 ждешь? Да, River City Girls 2 со всей силой жду. А бой с ежихой смотрел Atomic Heart? Зная, что вышел этот дополнительный геймплейный трейлер, не смотрел еще. Я вот только буквально пару дней назад выкроил времечко вечерком перед сном посмотреть... Новые последние трейлеры Silent Hill 2 и Resident Evil 4. А они уже вышли там несколько недель назад. Такой долгий подъем. Пожалуйста. Спасибо. Бедные свинки, жалко в них топорики кидать. Кстати, у меня даже в оригинальной игре, или даже во второй части, где-то были там свинки смешные, может и в первой, на Денди. Мне тоже их было всегда жалко, они такие идут веселые. Ты на... Крипту тебе можно закинуть, если что? Слушай, я как-то не заморачивался. У меня есть кошелек, но я его использовал только, чтобы игры на Play Asia покупать. Два раза. Как бы в теории можно, но я не знаю, как бы стоит ли этим заморачиваться или... Или особого спроса на это не будет. Просто я не очень хорошо в этом разбираюсь и не знаю, там, что можно скидывать для этого, что нельзя скидывать в публичное поле. Надо мне с этим разобраться, потратить время. Сраная мышь. Посоветоваться с экспертами. Но я умер, кстати, очень даже по графику, если рассчитывать количество игр, которые я сегодня запланировал. Как раз по 20 минут пока что на игру и последний час на PCFX. Самое главное, что разговор сегодня мне у нас хорошо клеится, и уже что-то... Когда поболтать есть о чем, уже и игры становятся не так важны, когда на этом канале стримим. Потому что здесь у нас нет цели пройти каждую игру, которую мы запускаем. Ух, эти часовые пояса, смотрю в записи, пока. Да, пока, если что, доброй ночи. Если что, запись-то будет завтра залита на стрим-канал, а на этом скрыто. Всегда так делаю. Чтобы не портить статистику канала.
Какие консоли чаще играешь? Ну, большинство игрового времени я провожу за теми штуками, про которые делаю следующее видео. Но дома я сейчас играю в основном в Switch и в Playdate. Приобрел Pandora Box на Raspberry, как у тебя в ролике была, Коля. О, это давно был ролик, кстати, да. Я еще тогда устал дома держать эту бандуру и подарил друзьям ее. Они были мне благодарны, рубились в аркадные игрухи. Повторяю, ты сделаешь обзор о Magnavox Odyssey? Не планирую. На мой взгляд, довольно скучный материал, который можно очень быстро рассказать. По сравнению с... Ну, именно вот дело в том, что по сравнению с тем, про что можно рассказать, интересно. История PC Engine у тебя закончилась. Кто будет в следующей консоли? Жду Atari, у них консоли интересные. Мне как раз Atari в меньшей степени интересно. Следующий, по-моему, Game Gear идет. Мне надо глянуть в года выхода консолей. По-моему, это Game Gear. Ударилась лягушка о землю, головой стала девицей прекрасной. Ударилась второй раз и стала месивом кровавым. Раз на раз не приходится. Это какие-то анекдоты из сборника кроссвордов «Тещин язык». Наверное. Спасибо за поддержку. Какие у тебя любимые игры на Neo Geo? Ну, это Waku Waku 7. Это... Я забыл название игры, представляете? Идейный продолжатель Samurai Spirits. Две части выходило. Забыл. Серия Metal Slug целиком на Neo Geo 5 частей. Какие-то вот такие. Хоть где-то не God of War Ragnarok. Да, согласен. У тебя Switch чипованный? Нет, у меня все три свеча и ни один не чипован. Но я ни один из них просто не покупал. Так бы, если бы я... Если бы не те времена, когда Nintendo давала мне консоли на обзор, был бы у меня один какой-нибудь Switch. А так у меня все три, я не продаю дополнительные. Потому что я теперь все храню. Потому что рано или поздно настает время делать историю. А консоли со временем, как показывает практика, только дорожают и лучше ничего не продать. Last Blade, спасибо большое. Вот Last Blade вторая мне очень нравится, но и первая хороша. История Turbo Graphics. Хотелось бы, как ты это сделать с Master System и Mark III. Во, я тоже так хочу сделать. Короче, смотри, какая тема. Я хочу сделать историю Turbo Graphics. Проблема с Turbo Graphics в том, что нужно покупать крайне дорогие вещи из-за рубежа. Чего мы сейчас делать нормально не можем. Turbo Graphics CD стоит дорого. И Turbo Duo стоит дорого. И Turbo Express стоит дорого. Дорого это от $300 до $1000 за наименование. И пока я себе не то чтобы даже, ну вот даже если задуматься, что вдруг продав какую-то часть коллекции, там часть реквизита по PC Engine, подсобрав еще денег, мы сможем купить все это для истории, я не знаю, как это доставить. Настолько дорогие вещи в условиях санкций. Отсутствие возможности оплачивать что-либо за рубежом по-нормальному, не через костыли. Потому что это большие суммы, это не Castlevania Symphony of the Night за 10 тысяч рублей купить на eBay, что еще кое-как через костыли можно сделать. Вот в чем беда. Короче, я пока планирую подождать лучших времен. Если лучшие времена не настанут, то поскрести по знакомым, друзьям и подписчикам, коллекционерам и сделать такой ролик. Но сейчас, если честно, ну хотя бы полгодика минимум хочется от PC Engine и Turbo Graphics отдохнуть. Коль, мне кажется, тебе уже пора музей создавать. Так он у меня уже и есть, просто я в него никого не пускаю. Так, значит, следующая игра в качестве юмора я вам приготовил.
Вот это. Она не вошла в выпуск, насколько я помню. Я не нашел места, куда ее приткнуть. Унипик недавно прошел на Switch. Реально прикольная будет история создания или стрим? Стрим будет, стрим. Вот эти все реквестики, это на стримы кидаются. Toilet Kids она называется. Вот так и называется игра. Третий Байонет тоже еще не погонял. Сейчас как-то времени на новые игры вообще, ребят, нет. Поиграть для себя в таких условиях не получается. Но ничего, это временно. Подрастет мелко вот и... Это. И будет попроще, конечно. Но сейчас пока. Это вы кладете себе в карман. По чуть-чуть играю на свече, но до Байонета просто еще не добрался. До Марио Кроликов вторых еще не добрался. Волшебный вечер не вернуть. На FF. И предыдущий тоже на FF. А, лучше сразу писать, на что реквесты, Всеволод. Это я предупреждаю больше всех. Потому что иногда получается так, что приходится поднимать историю и листать, и тратить время стрима, пока все смотрят, как я это делаю. Но в качестве исключения я так делаю. Значит, Toilet Kids, туалетные дети. Три любимых игры, не думаю. Вот буквально вчера спрашивали, поэтому ответить легко. Tony Hawk's Pro Skater 2, Castlevania Dawn of Sorrow и Nier Automata. Мы здесь имеем чувака с какахой на голове. Тихо. Значит, how many players? Один. Level normal, easy, ну normal. Вот такая вот игра. Вообще, в Японии какули — это кек. У них там даже какой-то праздник какули есть. И музей у них есть. Какашечный. Ну, это шмап. Тапки, кстати, летят. Надеюсь, левые. Писсуар? Почему я сказал писсуар? С буквы Ю. Мухи, какашечные черепахи. Ну, короче, это, тут почти каждый враг очень веселый. Вот это. Пауки с жопами человеческими. Это вы кладете себе в карман. Николай, выше голову. У тебя все получится. Спасибо большое, спасибо. И за моральную поддержку в том числе. Иногда в грустное время иду читать комменты и под экстралайвом и становится лучше. Спасибо. Месье, да вы француз. Да, типа того. Да, у них эта тема Golden Unk и все такое. Да. Да блин. Их, короче, защищает паутина. Блин. Ну, к сожалению, в шмапах я не силен. Но еще каточку можно сыграть. Можно... А, канты есть, кстати. Но, правда, наверное, с начала этого же уровня. А давайте посмотрим, что изменится на изи. Раз уж я такое дно в шмапах. Так, это у меня турбо стоит. А как же загрузиться в... А, вот, Load Last Game.
Лютый кал. Не поспоришь. На чем летает твой персонаж и чем он стреляет. Он сама изи почему-то поставила. Тот момент, когда оценка вот игра это... говно только льстит разрабом. Это вы кладете себе в карман. Какой море, дорогая. Мы в отпуск едем по грибы. И наслаждаемся. Это уже пирожки закатом. Какие-то пошли. Губы. На FF. Спасибо. Есть консоль, которую хочешь получить. Тут есть еще выстрел с зажатием, типа. Но если турбо выберешь, то он, соответственно, уже не активен. Я мечтаю о консоли Pioneer LaserDisc CLD A100. Опять же, которую у меня сейчас возможности купить не стало. Вот была она, была, и не стало ее. Это, конечно, меньше из наших проблем сегодня. Ну, какой вопрос задали, на такой отвечаю. И в свое время, году в 19-м, наблюдал я их и на Zenmarket'е. Сломанную вообще можно было купить 1000 за 15 рублей и починить. Не сломанную можно было купить 1000 за 35 рублей. Сейчас это уже другие цифры. И опять же, как заплатить такие цифры за рубеж, помимо того, что где их взять, непонятно. Теперь я не уверен, что когда-нибудь у меня появится этот лазер-диск-плеер, способный воспроизводить игры для Mega Drive, для PC Engine, да еще и два вида особых игр на лазер-диск. А у Аники Сана, если такого знаете, таких две, как минимум, я знаю. Одна американская, одна японская. Так. На чем он летит и чем стреляет, кстати, непонятно. А вот это что, писюны, что ли, прям? Прилетали писюны? Твоя нелюбимая консоль? IBM PC. Не знаю, честно, не знаю. Если у тебя чего-то нет, значит, у кого-то их две. Это прям... Тут вдвоем он может, да. Это прям истина. Ты выглядела как чекпоинт, и Коля его взорвал. Как вам тот самый 16+ контент из прошлого выпуска? Те полторы-две минуты, над которыми я сидел дня 4 на монтаже и поиске нужных моментов и кусочков. И как вам в целом эффекты, заставки в новом экстралайве? Слайд-шоу. Как объяснить, чтобы вы поняли, про какие я моменты? Ну, наверное, вы должны были понять. Вон там, смотрите, какие большие кучи. В прошлом году за это банили. Кого банили? За что банили? Так, ну что? Первый часик позади. Давайте перейдем к немного
более интересным, наверное, играм. Можно ли запер подключить к Wii Famicom? Нет, американский запер к Wii Famicom нельзя подключить. Световые пистолеты на любых Famicom'ах работают только через порт расширения Famicom. Так In Japan же работает и он с Zen Market, в принципе, костылями являются, и никто не чирикал. Что? In Japan не должен работать. Я последний раз проверял, наверное, весной. Слышал о серии James Bond, тут же не ошибка. Слышал James Bond, не знаю, кому нравится эта серия. Как-то даже на стримах запускал и плевался. Слабая, играбельная какая-то дичь. Такое ощущение, что это игра для какого-то старого компа, типа Амиги. Выпущенная во времена, когда уже там на Mega Drive и SNES были в 100 раз более продвинутые игры, хотя бы по владению персонажем, управлению. Так, давайте. Недавно Пашка играл на стриме Киноман. Заспойлерил. Но хотя бы, хотя ладно, Пашка хотя бы там далеко дошел, в отличие от меня. Я слаб в Ninja Gaiden'е, в Ninja Rukindene. Но какой для тех, кто подписан и смотрит Пашины стримы, теперь не будет такого сюрприза посмотреть, как эта игра выглядит на более продвинутой консоли, почти 16-битной. Есть ли тут какая-то заставка, если ничего не делать, интересно. Да, есть. А ты сейчас захватываешь базу? Не, базу я захватил, когда готовил выпуск, собственно. Она у меня на компе теперь лежит. У меня как раз-таки для PC Engine самая большая, наверное, база игр захвачена. У меня 2 терабайта игр было захвачено для PC Engine. Я вот сейчас занимаюсь сжатием, на ночь ставлю каждый день. Осталось еще терабайт пожать. PC FX было хентайно лайтово в самый раз. Для меня очень важно было 4К 60 FPS и качество на уровне зарубежных разборов, и местами лучше. Спасибо большое. Хорошая музыка. Привет, Коля. Наверное, неприятно читать такое, но по ощущениям все эти новые эффекты, переходы скорее тебе нужны, чем зрителю. Мне вот очень нравится сам по себе контент, история, все такое. Ну, интересно узнать, провести какую-то статистику и узнать настоящее мнение людей. Какой-то большой выборки людей, потому что, вот, например, ребят с Patreon и Boosty, на которых я ориентируюсь, потому что, ну, вот, это уж точно те люди, которым не безразлично, что я делаю, я им не задаю прямых вопросов. Смотрите, какой параллакс сзади дерганый и необычный. Город движется как-то очень странно. Вот, я по их реакциям вижу, насколько прикольно им заходят как раз-таки такие моменты, насколько вау получаются эти штуки. Так, насколько я помню, в Ninja Gaiden'е, как в костле, наверх удар юзать штуки. Так, таймер здесь. А, таймер идет, значит, паузу ставим. Какую GDM лучше сейчас брать? Я не знаю, я сдался с GDM-у. Мой в конце концов отвалился спустя год или полтора. Буду ставить Тероненовский мод. А, до скольки ужал? Ну, где-то гигабайт 100 получится вместо 2 терабайт.
Не соглашусь насчет переходов. Предметка выглядит очень классно, сразу замечается. Дичь на горизонте, Коля, дичь. Ну, в том смысле, что eBay сейчас только через костыли в виде бандерольки работает, но от заказа с Яхи мало чем отличается. Ну так In Japan-то напрямую все равно в Россию не шлет, насколько я понимаю. Патреон чат, да, но чем шире ты будешь выборку делать, тем меньше в среднем кто-то будет что-то замечать. Это неизбежно, к сожалению. Многие воспринимают топ-монтаж как собой разумеющийся. Да, и это имеет и обратный эффект. Воспринимая топ-монтаж как что-то само собой разумеющееся, люди не замечают, что отсутствие топ-монтажа уже не так привлекает их внимание. Люди не всегда могут сами проанализировать, почему им понравился контент. Я давно в сфере монтажа работаю и знаю, о чем говорю. И важнейшая работа любого ютубера — это сделать так, чтобы человек, который случайно открыл твое видео, который даже не собирался его смотреть, не мог оторвать взгляда, не слушал на фоне, а не мог оторвать взгляда. И в таком случае он посмотрит еще и еще подобные видео и подпишется на твой канал. И он сам себе не сможет объяснить, что именно ему понравилось. Так что вы меня тоже извините, мне кажется, я знаю, что я делаю. Да как? Я видел. Как они туда залезают? Ух уж этот киноман бешеный. Он до самого верха тут залезал. Как он это делал? Соглашусь, такие люди будут писать, что это вроде Коли очень качественный контент, не зная, что глаз цепляется именно за топ-монтаж. А вот мне понравилось, как ты прокрутил в кадре Core Graphics и PC Engine. Во. Мне очень нравится твой монтаж, без него было бы уже не то. Я же, помимо каких-то переходов и графики, в которые в первую очередь обращайте внимание, большую роль играет режиссура. Там очень много моментов, которые визуально объясняют вещи. Это тоже не все понимают. Но любой фидбэк полезен. Если вдруг много людей будут говорить, что я зря трачу время, значит, может быть, так оно и есть. Поэтому я всегда за диалог. Пишите, что думаете. Но, если что, мне было не обидно. Мне, наоборот, интересно поболтать на такие темы. Мне вот понравились игры, сам кадр с ними завораживает и история. Я и не знал, что Денди российский суббренд. Только сел покакать, а тут такой стрим. На предыдущей игре надо было какать садиться. Там бы вообще все вышло в лучшем виде. Заглядение было бы. Противный чел какой. Дуо вроде крутился ускоренно, потому что огромный или показал. Ой, Стас, там много чего крутилось ускоренно. Я, не понимая, сколько времени должно пройти от одного места до другого в некоторых сценах, в большинстве сцен я снимал на минимальной скорости кручения на поворотном столе для того, чтобы иметь возможность ускорить. Ну, потому что замедляет, у тебя будут просадки кадров, одинаковые кадры будут дублироваться и может получиться дерганно. Крутил на минимальной скорости или просто на очень низкой, может, не на минимальной, для того, чтобы
знать, под какие слова, какие стороны консоли показывать. Там, где резкий переход, например, с одного, там, с передней части консоли на заднюю, там ускоренно делалось. Обратите внимание на графику. Ну, то есть, в смысле, с разной скоростью. Сначала то, с одной, потом гораздо быстрее, потом возвращалось на предыдущую. Но Omicron Nomad Soul. Но были моменты, самое сложное было снять моменты, где у консолей на поворотном столе что-то запущено. Или на поворотном столе, или на слайдере, где камера двигается слева направо. Потому что, если ты будешь ускорять... Ну вот, например, портативный PC Engine или LT, или просто на столе там что-то стоит, и на PWM-мониторе запущена игра. Вот если ты ускоришь это, то у тебя игра на мониторе ускорится, и она будет очень, ну, по Бенни Хилловскому картинно ускорена, и это будет смотреться ужасно. И вот снять вот эти кадры было по-настоящему сложно. Вот там я буквально на каждом кадре, на каждом дубле, запуская поворотный стол или слайдер, на фоне читал текст примерно с той же скоростью, с которой я читал его на микрофон. И смотрел. Так, это слишком быстро, надо ускорить движение поворотного стола или слайдера. Или надо замедлить. И вот там было времени потрачено охрененное количество. Нормальный монтаж. Единственное, что меня раздражает, это малое количество пальцев в твоем полигональном персонаже в заставке. Но мой полигональный персонаж не относится к каналу Russian Geek. Это маскот канала Pixel Devil Life, во-первых. А во-вторых, ну, наверное, Симпсоны доставляют тебе массу неудобств. Привет, Коль, на железе? Да, да, но с флеш-картриджем. Смотрю, у тебя 7 лет, и могу сказать, что ты до такой степени дотошный, до самых мелочей. Таких больше нет в СНГ. Это с хорошей стороны, говорю, молодец, ты правда крут. Спасибо, спасибо. То есть ты синхронизировал закадровый текст про разъемы, например, с тем, когда консоль замедляется на определенном порту. Там, где в кадре есть экран, да. И геймплей. Не то чтобы синхронизировал, я не включал запись, потому что это слишком геморно. Я просто начитывал на фоне с примерной скоростью, с которой я обычно говорю. Чтобы все более-менее сошлось. Конечно, в гайдене. Это что-то с чем-то. Я не думал, что она бежит дальше. Это собака. Ого. И каждый удар в прыжке тратит мне мою энергию ци. Было оптимизировать процесс. Один раз сосечь время, за которое читаешь текст, потом уже по секундомеру снимать. Может и да, может и нет. Самое сложное, это, конечно, все это визуализировать на этапе написания сценария и прописать в сценарии, как будет выглядеть каждый кадр предметки, чтобы потом, спустя недели после написания сценария, разобраться в этом и снять именно так, как я это написал и вообразил себе. К этому я вообще очень долго шел, много лет
к визуализации выпуска сразу при написании текста. Мне кажется, где-то здесь я уже на денди-версии сливал. Кстати, да, а что с параллаксом в этой игре? Почему так плохо все двигается? PC Engine же может больше. Хотя, черт его знает. Да, задники забавные. Призрак сейчас тоже Рюкендена проходит несколько оригинального. За час до последнего мира дошел. Но он там надолго застрянет. Давай Joint Mac, или как там его, вроде она была на PC Engine. Все интересно, как при продолжительной съемке ролика ты умудряешься, в принципе, начитывать текст плюс-минус одной скоростью, просто опыт, или есть какие-то маркеры, за которые цепляешься? Да хрен его знает. Я эти все три части записывал одновременно. Кадр я весь снял за один день, и это было где-то 3 часа материала. Чисто все в кадры, где я сижу с полками на фоне. После второго часа у меня уже поплыло все, и голова, и речь, и охриплость появлялась. Мне кажется, ну, я не знаю, наверное, опыт, но я же и сам текст не всегда в течение там одного выпуска, одной части читаю с одинаковой скоростью. У меня же есть главы, так скажем, или моменты, где текст читается быстрее или медленнее. Например, вступление чаще всего у меня динамичное. Заключение у меня чаще всего медленное. Это придает атмосферы. Потому что заключение, что касается консоли, оно, как правило, немного печальное. О том, как все закончилось. Да ёб твою, налево! Такая, да, у меня штука есть, оказывается. Так что, не знаю, опыт вместе со случаем. Я бы так сказал. Мелодия смерти персонажа навевает приятные воспоминания. А кто кого? Какой же упоротый параллакс. Нет, не зря делать дальше. Да, на железе играем. На железе играем. Вот мой контроллер. Чего нет выпусков про игры на Wii, Wii U и 3DS? Они еще не считаются старыми. Ну, в моей голове они еще не считаются старыми. Но есть несколько десятков консолей. Как ответить на вопрос, почему про одни есть ролики, а про другие нет? Про все сразу снимать не будешь. Даже если чередовать каждую консоль, которая у меня есть в коллекции, и снимать, например, по обзору игры, то вот этот цикл, он будет огромный. Я как-то выбираю то, что меня интересует в данный момент. Интересоваться, опять же, каждой консолью в каждый момент времени тоже невозможно. Поэтому как-то вот так я увлекаюсь ретро-играми. То, что меня интересует сейчас, про то и делаются ролики. Ну а что касается истории консолей, то все просто. В какой-то момент я решил пойти с третьего поколения и рассказывать про все
консоли, про которую еще не рассказал, но про которую я хочу сказать. Короче, нифига ничего не просто. У меня в голове есть собственные ориентиры, и я на них ориентируюсь. Это если, короче, ты Бастер Банни играл на NES, ну, в ту игру, где он ходит по замку и собирает морковки. Слушай, вот та, которая начинается на улице, и там берешь звездочку и превращаешься в одного из напарников, вот я так играл. Плохо. Супер Нинтендо. А в другие нет. Хорошо. Спасибо за этот необычный стрим и ПЦ-выпуски. Тема интересная. Автоп. В реквистах 5 FFV висит. Ошибка. Ведь эпично затащил уже в 2018 году. 6 F V-картридж снес, говоришь, уже есть. Буду оригинален. На чибирпкшку подчеркивание SD Snatcher подчеркивание PC Engine Super CDRM 2, если возможно. Так, значит, пятое. Final Fantasy в реквестах висит, потому что кто-то с чувством юмора, как только я прошел пятую Final Fantasy на стриме, сразу задонатил снова на пятую Final Fantasy и сказал, будем играть в нее теперь вечно. Это была шутка, но правила такие, что я добавил. Шестая Final Fantasy на SNES у меня есть. Я в свое время купил картридж Final Fantasy 3, соответственно, она там называется. На чиби RPG-шку SD, Snatcher, PC Engine, Super CD-ROM, если возможно. Она же не так, кстати, называется. Называется Snatcher CD Romantic, как-то так. Тут проблема. Snatcher для PC Engine можно, но как в него играть, если нет перевода? Перевода нет. Давай на Sega CD-шный кинем. Потому что игра хорошая, она уже есть в реквестах, поэтому если ты не против, вот, жду твоего сообщения в чате. Ну просто мы запустим на PC Engine, я сам хотел на PC Engine пройти Snatcher больше, но нет любительского даже перевода. Мы ее запустим и все, и застрянем в начале. Давай, спасибо, все, Snatcher, Sega CD. Ух, я тут недавно Snatcher запускал для PC 88. Скоро на лайв-канале. Нет, не обзор Snatcher. Но скоро на лайв-канале. Тяжело этой звездочкой тебе... Блин, ну лютая, конечно, игра. Какаху эту взял. Вот это. Это вы кладете себе в карман. В тему монтажа. Лично для меня есть некая планка. От звука не болят уши, от видео глаза. И как по мне, интернет эту планку пересек очень давно. Все, что выше, чисто с точки зрения ТТХ. Эти ваши 4К и дорогущие камеры, это свистоперделки. А вот режиссура, композиция и сценарий правда важны. Имха. Вот как. Поделюсь плохо своим мнением. Это спасибо это большое, Всеволод. И не... И начинить. Это невозможно прочитать. Ну, Дификайструм. Я кину на Sonic Advance. Тоже давно хочу пройти. Спасибо тебе за такой мощный донат. Спасибо огромное. Я согласен, что на YouTube для большинства людей есть вот этот вот планка, когда не тошнит от звука и видео, и все можно смотреть. Это видео, которое мы смотрим, пока моем посуду, за обедом, слушаем на фоне, когда засыпаем. На мой взгляд, есть еще для каждого абсолютно зрителя вторая планка. Вторая планка — это когда картинка настолько сочная, размытый фон,
киношная цветокоррекция, спецэффекты неожиданные, которые тебя впечатляют. Да, про цветкор сказал. Когда ты уже не включаешь эти видео за обедом и перед сном, а когда ты специально выбираешь вечер, что ты будешь кушать и с кем ты будешь проводить время, смотря это видео, и с кем ты его обсудишь. Мне бы хотелось попробовать замахнуться на эту категорию. Мне бы хотелось. Это в плане только экстра-лайва. Мне бы хотелось попробовать в ту сторону расти. Получится? Получится. А не получится? Не получится. Как тебе конкурс с Xbox Original? Да я еще в оригинал не поиграл. При том, что у меня тоже в коллекции есть для N64. Так, я дошел до босса. Как там, Валя, я знаю, тебе уже надоели эти вопросы. Нормально! Мне кажется, эта часть всем лучше, кроме параллакса. Обана, уже и Колян до Гайдена добрался, всем здорово. Привет, Паш, я просто стримлю по мотивам третьей части, я уже вспоминал, я смотрел твой стрим по Vigilante и этой игре. Благодаря тому, что я смотрел, я сейчас досюда уже дошел. Так-то я дно в Ninja Gaiden, а так я хотя бы видел, как ты боссов убивал. Ты понимаешь, там написано «не». Как тебе, Паш, параллакс в этой игре? Это ужас какой-то. Задний фон дергается, как... Как я не знаю что. Какая любимая часть Шантай? Та, что изначально выходила для Nintendo DS. Я уже не помню их название, но, наверное, End the Pirate Curse. Да, Curse, проклятие. Они там еще появились, эти черные чуваки. Такие как будто нефтяные. Она была самая красивая, на мой взгляд, и самая... Вот тот скачок в серии произошел, вот это... который давал какой-то вау-эффект. Это вы кладете себе в карман. Твои видео для меня прежде всего ценны работы, что ты проделываешь в плане исследования и разбора темы, подчеркивания, глубоко подчеркивания. Те интересные моменты, которые ты умудряешься находить в истории. Перспективы и некий анализ, связи между элементами. То, о чем я сам бы никогда не подумал. Смотрел бы даже в 144p. Вот за это... Вот за это респект, потому что... Ну, тоже... Это нормально, но немногие могут оценить вот эту часть проделанной работы. Для этого надо быть еще немного подкованным в теме ретро-игр, чтобы понять, где мой личный анализ, чтобы его можно было хоть как-то оценить. Спасибо. После покупки 4К телека считаю преступлением тот факт, что некоторые топ-блогеры выпускают видео в 1080p, плюс теперь отдельные каналы я включаю не только ради содержания, но и ради картинки. Я тебе так скажу, к сожалению, в 4К снимать это дорого. Я сейчас с трудом вывожу монтаж в 4К на своем мощном компе. Мне сейчас надо менять по-хорошему процессор, материнку, оперативку. И покупать SSD на 4 терабайта. Чтобы переходить на монтаж больших сложных видосов в 4К. Это проблема. И большие деньги. Но в целом, конечно, топ-блогеры... Ну, у топ-блогеров другое дело, что они зарабатывают много,
а монтируют им, как правило, сторонние монтажеры, у которых не факт, что машинка предназначена для этого. Колян, я только на стриме заметил, что на самом деле задний фон стоит и просто мигает вправо-влево. Я до этого думал, что он в противоположную сторону едет. И то, и другое дичь, короче. Сейчас проверим. Шанти разве выходил на DS? Может, 3DS? А может, и 3DS? А может, и 3DS? На DS же не было это магазина цифрового. Там, ну, в смысле, там появился... Это вы кладете себе в карман. DSVR. Но там еще таких крупных игр, по-моему, не выходило. Теперь может, и 3DS. Теперь буду собирать дальше на братьев пилотовых. По слезам волосатого слоника. И да, когда Extra Life. Задайте мне этот вопрос, когда выйдет доп-контент. Ах, вот собака. Он, короче, он не стоит на месте. А, он, я понял, Паш, я вот. Он двигается вместе с персонажем. Но персонаж же находится всегда в одной и той же точке экрана по центру. При этом он дёрганно... он дёрганно псевдодвигается. Он дёрганно стоит на месте, да. Верно. Но персонаж же, по сути, тоже бежит на месте... Просто скроллится земля и прочие объекты. А фон делает это дёрганно. Интересно, это лень разработчиков? Не успевали по срокам или типа того? Ограничение консоли, в которые не вписались в тот момент времени? Или что? Но это забавно, он действительно дёргается. И тогда вот... Очень показательно в самом первом уровне, где небоскребы сзади двигались. Это те тигры из Джеки Чана. Твою мать, твою мать. Очень большая засада, что когда мигает персонаж, он все еще получает урон, а не как в других нормальных играх. Где если ты мигаешь, ты немножко бессмертен. Он вообще не особо мигает, он так что-то это блеклым становится. Дичь, да-да. Да. Прикольно. Спасибо, что сказал. Я бы тоже, наверное, не понял. Но я бы не понял в основном, потому что я больше всего обратил внимание на фон как раз в первом уровне. А там между домами вот такой узкий проход. И за счет этого, ну, фон... Кажется, что действительно двигается. То есть он в этом проходе меняется таким образом. Хотя, подожди. Он же тоже должен на месте стоять. Нет. Проем по экрану едет. Соответственно, фон меняется. Все верно. Но я уже нажал. Ах ты, тварь. Блин, какая суровая игра, а. Эта птичка как будто что-то знает. А, это типа пауэрап птички. Вместо фонарей и прочего. Вот пипец. Коричневая птица злая, зеленая птица хорошая. Была Шанти на DS. На DSVR. Pirate's Curse. Меня иногда очень просто переубедить в правде. Потому что я... Ну, что касается видеоигр. Потому что тяжело все упомнить. Блин, чел с базукой. Блин, я ниндзя. Тут чел с базукой. Немножко справедливости можно? Это вы кладете себе в карман. Видно, что ты разбираешься в теме долго и по самые яйца. И что для тебя именно это ценно и важно. Ценен твой взгляд на тему как специалиста.
а не просто пересказ из первых 10 ссылок на Гугле. Даже в Англотубе далеко не всегда можно найти такого уровня видео. Спасибо за твой труд. На FF. Благодарю, благодарю, благодарю. Да, действительно, это тоже важно для меня, и хорошо, что повезло чуть-чуть увидеть, как работают люди, журналисты игровые, на что они ориентируются, пообщаться с ними, зацепить 2 года в последних в издательстве GameLand, чуть-чуть пообщаться с профессионалами из навигатора игрового мира. И понять, в какую сторону двигаться, какие навыки в себе прокачивать. Для того, чтобы писать именно свое на основе информации и полученных фактов, а не просто пересказывать эти самые факты. А игра про японский сам себе режиссер будет. А первый стрим по первой части истории PC Engine точно такой же был на этом канале. И как и все стримы с этого канала, он перезалит на стрим-канал. Поищи там. Можно ввести в поиске, опять же, стрим по мотивам Extra Life. Или как тут написано в подзаголовке. И посмотреть все эти 3 стрима будет. Если игра фигурировала в какой-то части, то и в соответствующем стриме по этой части она только и могла бы появиться. Risky Revenge вышла. А Pirate's Curse для 3DS. Не слушай других, они врут. Слушайте, ну, короче, вот та часть, где появились темные чуваки, похожие на нефть. Скорее всего, это Pirate's Curse, потому что это и есть Curse, проклятие. Вот она моя любимая. Она очень красивая. Очень классная. Может, следующий начнем? Да, последнюю жизнь. Доигрываю. Потом будет... А не скажу, что потом. Да блин, как предугадать ваше поведение? Нужно настрадаться в этой игре, чтобы знать. Ну как сделать, чтобы я перепрыгнул твою базуку? Ты же сидел, не стрелял, пока я не прыгнул через эту пропасть. Ай. Ну ладно. Геймпад от Sega Dreamcast с кнопками Z и C. Редкий геймпад. Не знаю. Не представляю, честно говоря, сейчас, что это за геймпад. Мы хотим прохождение Master System Fantasy Star с FM Town модулем. Навигатор игрового мира равно бонус эндогамовер от винта. Мне предлагали монтировать возвращение этой программы с первого выпуска, как она вернулась в навигатор игрового мира. Именно в тот момент я ушел из редакции. Да, Fantasy Star для Master System с FM... Не с FM Town. FM Towns — это компьютер японский. С FM-модулем надо проходить на стримах. С оглы. Блин, надо вот, когда будут говорить, на что хочешь, туда тоже закидывать. Наверное, уже спрашивали, почему мало внимания уделил в Extra Life секции игры на двоих.
Да, честно говоря, все банально. Очень сложно про игры на двоих рассказывать, когда ты работаешь один. Ну и вдобавок, у меня же есть такие серии роликов, как все игры для мышки и все игры на... для мультитапов. Думаю, PC Engine тоже ждет такой ролик. Значит, еще одна игра. Уж простите, что я тоже запущу с HueCard. Очень уж она мне нравится. И тут я немного начинаю врать про то, что если игра была в определенном выпуске, то и в соответствующем стриме она. Просто она выходила в те года, когда речь, о которых идет речь в третьем выпуске, но ее я упомянул во втором, как спин-офф PC Engine. Я просто вам хочу показать немного эту игру, она гениальна. PC Dungeon первый, который не для CD-ROM-а, они оба хороши, но первый, на мой взгляд, гораздо круче. Он очень крутой. Это, я не знаю, я не очень люблю шмапы, но этот шмап, это просто какой-то топ. Самое лучшее, что можно было сделать в этом жанре. Даже заставка здесь топовая. Панкик, Киборгс, Сайборгс. Короче, тут вы играете... Блин, а что выбирать, я не знаю. PC Dungeon'ом. Тут очень крутая музыка. Причем это не CD-музыка. Игра на HueCard'е. PC Dungeon'ом, он же Airzong в США. И у вас есть напарник, которого я, видимо, сейчас... Выбор которого я продолбал. Но кто-то из них должен был выбраться. Надо было, наверное, влево-вправо нажимать. И если вы, как и я, не очень хорошо умеете играть в шмапы, но любите повеселиться, то эта игра для вас. В ней и графон топ, и музыка топ. И смешно, и весело, и всякие дикие механики постоянно происходят. За что мы любим Бонка. В жанре, конечно, шмапа уменьшение совсем по-другому работает. Сразу удобнее уворачиваться от всяких там проджектайлов. Так, выбор. Ладно. Это сначала игра? Вот да. Ну-ка, давайте сделаем так. Выберем англоязычную версию, и я пойму, что происходит. Какой максимальный объем карты HueCard с игрой? Street Fighter 2, 2,5 мегабайта. О, Sweet мод, Spicy мод и Bitter мод.
Auto Manual Alone Select Friend Manual. Вот этот парень мне понравился. Тут, когда, видите, выбираешь, его показывают еще перед уровнем. Ай. А, нифига себе. Я сейчас отжал турбо, и он стал быстрее стрелять. В этой игре не надо турбо выбирать. Это наоборот замедляет. Типа он и так быстро стреляет, а турбо делает нажатие. Во, напарника взял, наконец-то. Пошла игра. Проблема в турбе была. Шмап с турбокнопками, забег нелегитный. Ну уж меня, если что, простите. Нубаса. Нельзя быть профессионалом во всех жанрах. Я больше по платформерам, битэмапам и ранэнганам. Кстати, ранэнган — это тот же, конечно, шмап, только... на двух ногах и чаще всего без автоматического скроллинга. Но именно это меня и привлекает. Контроль. Больше контроль над происходящим. Ну, кстати, когда маленький не умеет вот эту хрень мутить на полэкрана удар. Во, я взял второй пауэрап, и мы объединились вместе с напарником. В единое целое пошла стрельба рыбами и крабами. Вот почему вы должны сыграть в эту игру хотя бы раз в жизни. Вы видели когда-нибудь что-нибудь лучше? Он русал. С шипованной головой. Вот этого босса я вам демонстрировал в ролике. Блин, он засасывал. Возьми эту штуку. Не берет в заставке. Если купить американское издание этой игры, наверное, стоит 10 тысяч долларов, поскольку PC Engine крайне неплохо продавался в Америке. Не знаю, но вряд ли так много. Parodius лучше? Блин, мне кажется, Parodius хуже. Так. Давайте выберем вот это. Хотя уже пора переходить к следующей игре. Да где... Еще раз. Мой напарник Эмоджи по имени Боб. Ладно, давайте, чтобы все успеть. Финальной игрой для PC Engine, а мы еще потом перейдем к PC FX. Другой консоли, другой платформе. Я заготовил, соответственно, игру по
максимально для прокачанного железа PC Engine с аркадной карточки, и которая не файтинг. Там большое засилие файтингов, которые на самом деле неплохие, но это порты, урезанные порты игр с Neo Geo в основном. Но есть игра, которая аркадная и вполне себе интересная. Это Mad Stalker. Почему-то мне он нравится. Full Metal Force. Привет, друг. Как ты стал таким мажором и буржуем? Так, ну мажоры по определению это дети богатых родителей, тратящие их деньги. Мои родители бухгалтер и строитель. Но буржуя я не тяну. Точнее, на мажора. А буржуи — это что-то из далекого прошлого. Даже затрудняюсь сейчас не соврать. Кого там буржуями называли? Всяких просто богатых людей, которых надо было раскулачивать. Которыми крестьяне были недовольны. О, Mad Stalker, это же база. Коля, мажор — это семиступенчатый музыкальный лад с характерной радостной окраской звука. Буржуй — это среднестатистический игрок в Neo Geo. То правда. Спасибо за интересный контент. Топ на ютубе. Каждое новое видео жду с нетерпением. Особое спасибо за историю о серии Стрики. Подскажи, как относишься к портативным консолям и эмуляторам с Китая? Есть мысли приобрести и почистить? Спасибо большое за поддержку. Да, честно говоря, мне лично не интересны портативные или не портативные консоли и эмуляторы из Китая или откуда-либо еще, потому что все-таки эмуляция, она предполагает большое количество несоответствий с железом, а уж я как-то увлекся исторической составляющей видеоигр, для которой важна каждая мелочь. Долгое время, пользуясь эмуляторами, я упускал очень много важных вещей, и сейчас практически исключил вообще их использование. Там, разве что запустить MAME, чтобы запустить захватить какую-нибудь геймплей аркадной игры для ролика, или какой-нибудь там компьютер Sharp X68000 для того, чтобы захватить Castlevania для выпуска. Вот это последние мои методы использования эмуляторов. Сейчас мне больше интересны FPGA-системы, и в частности Mister FPGA — это хрень, которую я себе вот купил не так давно и про которую будет следующий ролик на канале Pixel Devil Life. Это, на мой взгляд, гораздо интереснее. Это то, что не мешает тебе разбираться в том, как оно было по-настоящему, и не портит игровой экспириенс, если правильно этим пользоваться. Так. Ну, кажись, за даму я играл в ролике, там как раз был красный мех. Давайте синим поиграем. Да, графоний в заставке классный, специально оставил вам посмотреть. А со сканлайнами на телике это выглядит, конечно, божественно. Блин, получается, никаких больше видео про игры с Шарпа и ПК-98. Посмотрим. Опять же, на том же самом Мистер FPGA есть ядра PC-98 и Sharp X68000. Вообще, японский компьютер — это очень интересная, неизведанная территории, всем советую ознакомиться. Да, меня очень тянет в сторону PC-88, Sharp'а, MSX'а, да. Больше всего меня впечатлило в 2019 году, когда я был в Японии и зашел в магазин Beep,
А он так и называется. Собственно, на Акихабаре. Там стояло сразу 4-5 компов японских. Все аутентично, со старыми мониторами, с реальными носителями. На каждом была запущена какая-то игра. И это выглядело волшебно абсолютно. Совершенно не так, как выглядят европейские, американские компьютеры. Это прям затягивает. Сколько сейчас на экране бит графики? Где-то 27-28. Чего это мои сообщения фильтруются? А не все сообщения попадают ко мне на экран. Почему? Не знаю. Возможно, пропускает программка мимо иногда. Но 99% проходит. На самом деле эта игра тоже небольшой файтинг, но это скорее, конечно, битэмап, причем такой олдовый, без возможности перемещаться вверх-вниз, все в одну строку, но тут довольно интересно все устроено. Прыжок наверх, как в файтингах, чтобы выстрелить, например, из... Этот чувак прилепился. Выстрелить из оружия, вот как я сейчас стрелял, это нижняя прокрутка, ну, как в Street Fighter каком-нибудь, и удар. То есть и комбухи тут практически можно навешивать, если научиться правильно играть. Челик. Чёртовы микрочелики. А ты вообще убиваемый? Это та самая одна из трех игр на платформе, которая не похожа на игру. Но это скорее одна из трех аркадных игр, которые не файтинг и похожи на игру. Для нас, не японцев. Для кого бессмысленные новеллы на японском языке, дейтсимы, скулсимы. Вообще вот этот вот жанр 2D битэмапов, 2D не в смысле с двухмерной графикой, а в смысле, где ходить можно только влево и вправо, а не с появлением битэмапов, когда ходить можно было вверх и вниз, их стали называть 3D битэмапами, а эти 2D. Он, короче, сильно недооценен, на мой взгляд, потому что, ну вот согласитесь, очень многие любят тот же самый Splatterhouse. Игра с такими же механиками. И вот таких игр очень много. Вот, например, Mad Stalker. Замечательная игра про мехов с большим количеством интересных механик ударов, практически файтинг в битэмапе. Кто про него говорит? 2,5 человека. Как взять? Я взял. А в Guilty Gear и, сука, тоже есть режим битэмапа. Мне, кстати, понравился этот режим. Хотелось, чтобы в этом направлении игра тоже была из этой серии, а не только в файтинге. Guilty Gear хорош, как вселенная в целом. Double Dragon есть уровень, где может двигаться в любом направлении, и есть уровни, где может ходить только влево и вправо. Ну, блин, Double Dragon — это вообще такая серия, всегда была на стыке нововведений в жанре. Обязательно поговорим на лайв-канале в формате обзоров
про Double Dragon. И про Final Fight поговорим. Вообще по битэмапчикам планирую угореть. Чел, спустись с небес. Я нашел новый удар с разгона. Блин, я хз, как их доставать. Может, есть какой-то выстрел вверх? Передавай мне привет. Александр Зуев. Передаю тебе привет. Держится на трех китах. На каких? Тони Хокс про скейтер, Castlevania и Нир Автомата. Блин, микрочелики доставляют проблемы. Я нашел против них средства. И тут врывается загрузка. И вот такая тема. Впрочем, ее вы в роликах видели. Очень вредная тема. Я ее, по-моему, так и не победил. Там, видите, и апперкотик есть. Короче, игрушка прям добротная. Мне прям зашла. В нее только надо научиться нормально играть, изучить мануал, а не как я на ходу все делать. О, я ее победил. Давай поговорим про Гайвера, самый клевый манга и аниме, и про Акиру. Old School, понятно, о чем я. Я не смотрел Гайвера и Акиру. Сорян. Акиру хотел бы посмотреть. Интересно, что PCFX стал худшим консолей, но при этом не закрылся NEC, в отличие от Commodore со своим Amiga CD32 или Comerica с Codemasters со своим Aladdin Deck Enhanced. NEC — это огромная корпорация. Прям корпорация, которая на правительственном уровне в Японии обеспечивает просто инфраструктуру всевозможными вещами. Начиная от электричества и телефонных линий и заканчивая компьютерами. И NEC это... Ну, я не знаю, с Газпромом ее можно сравнить или нет. Но что-то в этом не на уровне там природных, да, ресурсов, а на уровне технологий что-то подобное в Японии. И какая-то PCFX для нее это, ну, чих. Это какой-то сайт-проект, а там, директора по развитию компьютерного отдела. Что думаешь про композитора Тима Фоллина? На память не помню, над чем он работал. Знакомое имя. В этом уровне я не был. Так, у нас 21.02, но дайте я еще 5 минут поиграю в этот уровень, в котором я не был. Чисто из интереса. Мне так понравился этот удар с разгона. А в настоящее время на консоли делать? Нет, нет.
Мэтт Сталкер, кстати, я не купил для коллекции, хотя хотел. А вот Страйдер Хирю я купил. Это одна из самых дорогих игр. Это тоже аркейд игра для PC Engine. Одна из самых дорогих игр в коллекции игр PC Engine у меня. И как же я разочарован был, когда в него поиграл на PC Engine. Какой же это паршивый порт. Потом я уже и в интернете ознакомился с тем, что это общеизвестно, что порт паршивый. Мне просто нравится Страйдер как концепция. Я знаю, что это как бы аркадная игра изначально. И я думал, что, ну блин, аркейд CD-ROM для PC Engine, Страйдер. Наверняка портанули топово, как полагается этой системе. Казалось, нет. Вот тоже не знаю, такие игры продавать или оставлять в коллекции как памятник дорогим, но дерьмовым играм. Игра очень клево выглядит, такой шиноби успех. Да. Кайфово. Ладненько. Оставляю пока игру включенной. Сейчас меня будут медленно убивать. Я сейчас ухожу на перерыв 5 минут. За кадром буду подключать PCFX по S-Video к фрейммейстеру. И мы поиграем в пару игрушек заключения на этой системе. Так что не расходитесь. Увидимся в финальной части стрима. Финальный час впереди. Поиграем в PCFX. Покажу вам немножко и эту платформу.
Так, друзья. Что-то не идет. Вот оно. Это главное меню консоли PCFX. У нее появилось уже меню. Тут можно послушать диски музыкальные, посмотреть какие-то изображения. С дисков, соответственно, естественно, с дисков. Есть менеджер сохранений и всякое такое. Но на самом деле, когда вставляешь диск, то нужная опция запускается сама. Сейчас у меня там закипает чайник, я еще отойду. Я предлагаю вам сыграть в две игры. Это Kinshin Doji Zen KFX, Vajra Fight, битэмапчик. Тоже весьма интересно. Это в качестве играбельной игры. Потому что на PCFX для неяпоноязычных людей, ну прям еще тяжелее. Потому что очень много уже стало заставок. Очень много менюшек, где надо что-то выбирать. Мало такого базового геймплея. И, ну вот, докуда дойду сейчас, до туда и посмотрим. А на сладкое Power Dolls, игра про девушек в мехах, тактическая, более-менее на ощупь можно понять, что там делать, но тоже с очень красивыми и заставками, и девушками, и пиксельный график. Пока смотрите заставку этой игры, я пойду налью кофеек, чайник скипел. Слово, пока идет заставка. PCFX, консоль на дисках, никаких флеш-картриджей, никаких эмуляторов, дисководов. У меня в коллекции 1, 2, 3, 4, 5, 6 дисков с играми для PCFX и 2 диска аниме Freak. Вот количество болванок. Блин, кажется, что мало. Ну, я не знаю, сколько тут их. 20-25 болванок. Все были записаны для того, чтобы поиграть в каждую игру 15-20 минут. В лучшем случае 40. Записать геймплей и потом выбросить эти болванки после этого стрима куда-нибудь, наверное. Значит, еще мне надо... поставить себе геймплей. На монитор с фреймейстера, потому что... S-видео я не умею одновременно выводить на два устройства. Это слишком геморно. В RGB PCFX не умеет.
Интересно, это просто аниме нарезка или они отдельно заставку сняли? Ух, я уже не помню. По-моему, игра в принципе по аниме. Так, Jump Attack Guard. Вроде игр там примерно 90 всего на ней. Да, на ней не так много игр. Но если они за первый год планировали продать 400 тысяч консолей, а за всю жизнь продали 200, это, конечно, провал провалов. Лиза, как дела сегодня на стриме? Много людей баловалось, многих забанило. Как жизнь вообще? Как чего? Кажется, не говорил про это еще. Вообще, в PCFX тоже делают RGB-мод, но курочить такую штуку ради вот такого малого количества игр интересного, честно говоря, не вижу смысла. Да и с видео выдает неплохой сигнал для того, чтобы раз в несколько лет запустить PCFX и поиграть, этого достаточно. Если уж играть на старом телеке или мониторе, так вообще красота по S-видео. Муть начинается только на современных. Парочку только в начале, я так периодически вкидываю месседж. Дела не очень, не успею работать, блин. Посылаю тебе лучей. Лучей работы. Решили идти в 2D во время бума 3D. На самом деле, на выходе PCFX я изучал вопрос, собственно, работая над роликом. На выходе PCFX никакого бума на 3D еще не было. Тут можно выбрать пацана и девушку. Я поиграл за обоих, выбираю пацана. Девушкой удобно и классно играть, когда вы вдвоем играете. В нее можно вдвоем играть. Но девушка будет нам помогать в суперударах всяких. Это, между прочим, тоже 2D битэмап. Чё хотел сказать? Забыл. Я забыл, что хотел сказать. Так. Короче, это битэмап не такой примитивный и простой, как кажется, с первых секунд. Главное мне сейчас все вспомнить. Да блин, ты своими копытами. Тут тоже всякие ударчики. Файтинг стайл. Эта игра вообще одна из самых дорогих для PCFX. Наверное, опять же, потому что в нее можно играть, не зная языка, и получать удовольствие. Как вам вообще просмотр таких заставок? Напрягает или наоборот прикольно?
Мне вот нравится, что у них появляются вот эти окошки с эмоциями. А, я вспомнил, про что я забыл рассказать. Не было никакого бума на 3D, когда выходил PCFX, да, первые 3D-консоли, умеющие обрабатывать полигоны, появились. Но это вообще не заходило. У PlayStation на старте были огромные проблемы, чтобы понравиться публике. Первые игры для PlayStation я, когда искал для выпуска, чтобы вставить из известного соответствующего времени, я посмотрел игры первых двух лет на PlayStation. Это мрак. Это отвратительно все выглядит. Я в результате вместо игр каких-то, вместо захвата, собственно, вставил рекламный ролик демонстрационный, да, который Sony показывала прессе. Колян, такой вопрос. Если бы тебе дали возможность стать персонажем из любого аниме, кем бы ты стал? Да не знаю это. Я не люблю такие вопросы. Круто, что появляется окошко, где чувак шевелит ртом и рассказывает. И вот тут уже начинает играть музыка. Враги становятся гораздо интереснее, чем вот этот первый базовый тестовый чел. И уже совсем другое дело, честно говоря. Влипаешь в эту игру прям здорово. Там дальше будет сегмент с поездом или метро. Тоже очень классно, мне понравился. Надеюсь, я дойду до него сейчас. Проламывает стену, ты вылезаешь, гонишься за ним через сад. Ну, прикольно, прикольно. Оставляет каких-то своих подсвинков, прости господи. Актуальное нынче слово. Вот, а первая секция кажется такой немного унылой такой. Думаешь, ну что за простецкая игра? Блин, тут как-то можно прыгать. То ли от стены. А, здесь, по-моему, просто двойной прыжок. Я здесь тоже тупил, когда первый раз играл. И сейчас туплю. Бананчики. Красиво все нарисовано, особенно враги. Прям кайфуют эстетики. Вот, да, вот топ-1, наверное, игра для PCFX, в которую вам стоит поиграть. Я бы еще с персонажем Винкс, с кем бы я стал. Я бы еще совет сам бы хотел бы пройти все-таки Тим Иносент, но, блин, нужен перевод, нужен перевод. А что касается Power Dolls, по-моему, я смотрел, это тоже порт с какого-то компа. Вот, кстати, она, девушка. Во время пауэрапа появляется, и ты уже не микрочелик, а мегачел. Обожаю игры, где персонаж, которым ты играешь, увеличивается или уменьшается, или то и другое. Меня это впервые впечатлило в New Super Mario Bros. Для Nintendo DS. А оказывается, оно существовало 1000 лет в японских видеоиграх. Power Dolls FX — это, по-моему, порт с какого-то тоже нековского компа, может быть, тоже того же PC-88. И вот там, по-моему, есть перевод. Алекс Наберюс, ты на этом канале не спонсор, поэтому говорилка не работает. Говорилка работает у спонсоров.
Так настроен бот. Короче, кайфовая игра. Хотелось бы как-нибудь пройти целиком. Сейчас дойду докуда смогу, или... Ну, где-то до 21.40 поиграю, если вдруг будет хорошо проходиться. Ты хотел бы свою коллекцию раритетную альфа-версию консоли Super Nintendo плюс PlayStation, и оказывается, было еще дополнение, как Sega CD, SNES, CD-ROM адаптер. Конечно, хотел бы, но... Как бы, чего об этом мечтать, это же невозможно. Так, тут у нас женщина-птичка. Бери. Вот этот вот наручень делает красиво. Так, ну сейчас она мне жизнь снимет. Вопрос, как тут конты устроены. Хотя у меня еще 3 кредитса. Ну да, нормально. Давайте выберем даму. Так, чисто позырить. Но я как запомнил, она как основной персонаж. Если ты играешь один. Прям не очень, очень не очень. Потому что вот эта вот стрельба из пальцев. Что-то несерьезное, медленное и... Либо я не разобрался, как ей играть в должной мере. Тю-тю. То есть, как бы, ассистировать основному герою норм. Ну, а так, что-то прям слив жизни. А у него прям как амбицы прям понятные мне. Которые руки сами делают. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй, вот это плохо. Ай-яй-яй. Браслет еще и дает жизни, как щедро с их стороны. Из пальцев равно Cuphead. Ну да, типа того. Ля, какой батл тот был. Потерянный брат, четвертый. Вообще, для PC FX можно было бы наделать много классных игр на этом железе. 2D-шных. Вот она, секция метро кайфовая. Чем-то напоминает Скотта Пилигрима. Чуть-чуть. Вот. Но проблема в том, что разработчики сюда не шли. И проблема в том, что NEC сами пилили игры, а у NEC опыт был вот в основном в том, что, я так понимаю, они... своим издательством NEC Avenue делали в основном 99% случаев порты уже готовых игр чужих адаптировали под PC Engine. Ну и вот для PC FX в основном NEC сама и делала игры. Соответственно, каких-то специалистов по созданию игр с нуля, по написанию
миров, концепций. С этим было туго. Это лишь догадки мои. Поэтому в выпуске-то таких слов я и не говорил. Но то, что Нек в основном делал игры для PCFX, это вот совершенно отчетливо видно. Это общедоступная информация. Открываешь список игр, смотришь разработчиков, издателей. Везде Нек, 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 Нек. За редкими исключениями. どうだい?僕の超能力の味は?貴様、憑依獣だな!そうとも、この復讐の時をどれだけ待ちわびたことか。どれだけ待ちわびたことか。今こそ千年の雪辱を晴らす時。おだ。 Вот до этого места я не доходил. И походу здесь меня и ждет смерть, смертушка моя. В прямом и переносном смысле. Какие планы на Новый год? Не слушать одно обращение по телевизору и отдохнуть с семьей. Он в уголке зажимается, смотрите-ка. Еще, кстати, известный факт, официального подтверждения которому я не нашел. Но много упоминаний в интернете об этом. Это то, что PCFX пользовалась большой популярностью у женской аудитории за счет игр, которые там выходили. О, нулевой кредит есть, да? Ну, то бишь, жизнь. Валил, прикиньте. Этот поезд напоминает Phantom Pain в Арие Phantom или AP Phantom Forest Final Fantasy 6 SNES, FFO 3 SNES USA. Я ничего не понял, но хорошо. Значит, где-то в шестой финалке есть поезд. Это с... понятно. О, Жабыч. Возможно, он хороший. А девушку уже выбрал и показал. Я очень быстро ей слил, потому что она стреляет из пальцев, и они делают мощные классные комбисы. Все-таки классно, если правильно применять вот эта концепция игр в 2D, но с CD-звуком. Если все делать красиво. Просто мы с вами очень сильно избалованы и оказались плохими примерами.
том числе те, которые нам AVGN демонстрировал, когда мы с вами все сами не играли в эти консоли. И очень долго бытовало мнение, что такие игры для Sega CD, для TurboGrafx CD, все говно. Ой-ой-ой. Ай, было больно. Ой, страшно. Берем, это мы берем. Уху-ху. Но было красиво, когда он такой ту-ду-ду-ду-ду по нему и кровище. Понял. А, не в ту сторону. Ты не в ту сторону воюешь. Как его зовут? Горевзав? Что там написано в нижнем левом углу? А, не, нашего зовут Зенки. Наш-то Зенки. А это босс. Горевзав. Там непонятно, W это или нет. Блин, ну этот босс тяжелый какой-то. Ему нужна какая-нибудь камбуха. Думаю, так красиво сел. Сейчас точно не задамажусь. Все, куда-нибудь наружу улетит. Ну, собственно, 21.36, я думаю, на этом гейм-овере, даже если есть какие-то конты, мы и закончим. Сейчас глянем, есть ли конты. Нет контов, наверное. Проблема, скорее, в том, что в целом игр мало, хороших от этого еще меньше. Да, но при этом на любой платформе говна выше крыши. Он Wii, я не знаю, она до сих пор самая продаваемая консоль в истории или уже нет. Сколько говна на Wii, господи. Крутые фоны тут, особенно поезд. Да, хорошая игруха. Что, если на горячую диск вытащить происходит? Хотя, подождите, что происходит, если старт нажать? Все-таки есть в ней конты? Тут есть загрузка. О! То есть, по сути-то, я могу просто грузиться и продолжать. И будет снова три жизни. Да? Ништяк. А вместе с нулевой 4. Если диск вытаскиваешь, она в менюшку не выходит. Так, и Power Dolls, давайте FX запустим. О, даже не соскочило видео. Вы даже увидите заставочку. Вы ее и в выпуске могли видеть, но здесь она со звуком. Опа. Сейчас игра загрузится. Хорошо, что это у Гена Ви трудно найти, кроме некоторых клонов Марио Пати. Ой, там только несколько десятков симуляторов коней, блин. Игр про коня. Пони там всякие. Ох, сейчас кайфово будет, пацаны. Откидывайтесь назад. И дамы. Ну, AVGN во многом шоумен, а не обзорщик, который пытается адекватно смотреть на игру. Как в его ролике про Super Mario 3, где оказалось, что это сатанинская игра. Ну, само собой. Само собой, тут больше проблема в нас, зрителях, когда мы молодые и неопытные. Кони везде были. Это уже традиция. И олени. Thank you.
Аниме смотрим или игры. Все, это часть игры. Такая консоль. Опять же, вот эта игра выходила на PC 88. Были ли там такие заставки? Или их добавили здесь? Скорее всего, здесь добавили. Но, может, и нет. Вообще, PC 8801, ну и вся эта платформа, она, наверное, могла запускать из дискеты игры, из дисков. И скорее, вот тут в чем вопрос, какой носитель был. Отличное сочетание классного олдового аниме вот в тех самых пожатые в тех самых кодеках из 90-х. Плюс великолепная топовая пиксельная графика в игре. Блин, вот это сочетание просто бомба. Хочешь ремейк Front Mission? Будешь стримить? Я бы в оригинал поиграл на SNES. Времени все никак не найду. Девушки мехи, говорит, миссия 1 успеть на ноготочки. Причем ноготочки делают меху. На таком кране огромном поднимают кисточку с лаком. Вот тут, к сожалению, между заставками, ну и разными сценами в игре меняется разрешение. Как в Silent Hill на первой PlayStation. А Retro Tinka 5X у меня нет. Может быть, стоило, конечно, запустить через OSSC, но уже поздно. Хотя OSSC при учете, что ты все равно подключаешь не к телеку, а к плате захвата, там все равно долго будет. Так что пофигу. Очень жду OSSC Pro, где обещали систему на FPGA, который будет стабильно выдавать 1080p, вне зависимости от того, потерялось изображение или нет. Хотя бы там, знаете, черный экран. Чтобы платы захвата не теряли эту картинку. Ну и телеки, соответственно. Так. А экшен будет в этой заставке? Ладно, давайте эту сбросим. Мне очень нравится, как тут... Здесь не очень нарисовано поле боя, но сами анимации атак. Во. Что-то тихо. Да, это тактическая игра. На ядре PS1 для мистера есть хак, который форсит 480i до 480p, до свидос проблема. Я, кстати, с ядром PS1, ну, не гуглил, как его настраивать. А сам что-то я не смог нормально картинку с него настроить, чтобы ничего не дергалось. Но я и не собирался. Во-первых, ядро еще в разработке, патчится часто. Да и нет у меня цели PS1 запускать на ней. Только что же говорил Паша Миронов про сигнал. Ты меня не слушал. Это как Silent Hill на первой плойке. Разрешение в разных сценах разное. Эта игра называется «Найди геймплей».
Найдите мне геймплей, пожалуйста. Ну, я выбрал план. А, там опции для интерлейсинг. Приключать должна получать дергание. У меня дергаются либо 3D части, либо 2D. Так. Почему я нажимаю старт и все сбрасывается? Да где же? Так, это загрузка или сохранение? Вот красота какая. Третий пункт. Как же ты без знания японского со всеми такими консолями и играми разбираешься? Ну, делю работу на этапы. На этапе захвата геймплея сижу вот примерно так же, как и сейчас с вами здесь, только не отвлекаясь на чат. Ищу геймплей, играю, составляю какое-то базовое впечатление. Потом иду шерстить источники информации, будь то книги, интернет-ресурсы. Японская Википедия, кстати, великолепное место, где, включив обычный Google перевод страницы на английский язык, можно почерпнуть как минимум информации, от которой можно оттолкнуться и пойти дальше, огромное количество. На японской Википедии о японских консолях написано очень много интересного. С исторической точки зрения в том числе. Да, в японской Википедии мало картинок. Даже фотографий людей очень мало. Блин, тут в первой миссии, может и во всех, конечно, я только в первую играл. Очень долго добираться до врага, но пару вот этих тернов, пару ходов, пару очередей, как это? Вот, оцените, как выглядит, ну вот, как довольно скучно, с видом сверху, там, в том же Front Mission гораздо интереснее выглядит карта, но как красиво выглядят атаки. Анимация мехов, их отдельных частей. Мимо. Это точно женская игра, теперь понятно, почему PC-фик женская аудитория преобладала. Почему женская игра? Как много у них вооружения разного. Видите, есть ближняя атака. Куча дальних. Да блин. Четвертый пункт спешл. А он заряженный.
Вот такая вот игрушка. Короче, в оригинале ее есть перевод любительский, насколько я помню. Здесь я поставил галочку, как-нибудь серьезно поиграть в нее сесть. Так, ну давайте мы проведем розыгрыш, как мы обычно делаем на стримах. 300 кредитов. Которые можно потратить на реквесты игр, которые я буду дальше проходить на стрим-канале. Или на всякую веселую ерунду. Любое сообщение в чат один раз пишите. Спамить нет смысла. Засчитывается только первое сообщение. И потихоньку будем прощаться с вами. О, давайте ближней атакой долбанем, если у него есть. Вот это, наверное, ближняя атака. Бах. В бочину. Везет, тебе домой поедешь. Я еще и пойду. А не поеду. А тебе удачного завершения всего этого и поскорее. Сейчас спереди будет стоять. Нет, сразу сбоку. Бах. Ох, дела уже. Так что здесь хотя бы эта очередность автоматически заканчивается, когда всеми походил. Иногда играешь в японские тактические игры, опять же, ну вот чисто геймплей захватить для какого-нибудь выпуска. Дольше всего не можешь найти, как закончить свою очередь. Уже и последний пункт тыкнул, который самый логичный. И уже по всем остальным пошел. Непонятно, где оно. Кругом иероглифы. Давайте другие пункты меню, что ли, потестим. Например, второе это что? Какая-то инфа. Дальше не листается. Музыка нравится, музыка и заставки круче самой игры. Что за розыгрыш, в чем смысл, почему попер такой спам? Ну, чтобы поучаствовать, просто надо написать сообщение, поэтому попер спам. А так... Смотрите, какая дама. Может посмотреть, какая где сидит, какой у нее мех. Вот, разыгрываем кредиты, это такая... Внутристримовая валюта, у меня там бот настроен, что они копятся, потом их можно потратить. Ну, то есть, не платя деньги на донаты, можно закидывать реквесты на игрушки, которые я буду следующими на стримах проходить, или... Это просто попроще. А, нет. Или... Пивас на стрим налить, как сегодня у нас в начале было. Тоже за кредитики. Что ж, ладненько, друзья. Понемножку буду заканчивать. Запись стрима сохранится. Да, но завтра стрим будет скрыт с этого канала и перезалит на канал Pixel Devil Stream. Там будет архив, как обычно, хранится. Здесь для того, чтобы статистику просмотров видосов не портить и алгоритмы не смущать, я удаляю стримы. Так, это розыгрыш. Номер 70, юбилей. Номер 70. Стоп игра. Стоп игра. Вот победитель. У нас победитель. Поздравляем, Николай Щербаков. Может, переводчик с камеры с телефона попробовать? Ну да, в каких-то случаях я так и делаю. Вот, например, смотри.
Самое сложное разобраться, например, с аксессуарами. Ну, не часто мне надо пройти японскую игру, где японский язык критичен. Ну, правда, не часто. Чаще вот с аксессуарами. Например, мне надо было записать, как работает Tennakoi Bank. Это карточка для PC Engine, в которую вмещается 4 раза по 4 килобайта сейвов. 4 банка памяти, грубо говоря. Ты можешь их скопировать из PC Engine Interface Unit в эту карточку, перенести на другую консоль или просто освободить место для других сейвов. Я вставляю эту карточку, вижу надписи на японском и разные пункты меню. Мне надо разобраться, как она работает, как она вообще устроена, чтобы текст написать. Вот тут я, да, запускаю переводчик на телефоне. Автоматически они работают плохо, поэтому я обычно сначала делаю фотографию экрана, потом перевожу. И там, ну, тоже как-то базово видно, что вот этот пункт перенести сейвы из консоли на карточку, этот из карточки в консоль, этот поменять там местами сейв в консоли и в карточке, по-моему, такой пункт тоже был. Здесь стереть там и так далее. И я уже понимаю, как устроена эта карточка памяти, уже записываю видео того, как я ей пользуюсь. Потом на съемках я там решаю показать это с монитора. Тоже уже по памяти я ориентируюсь и знаю, куда нажимать. Естественно, все, ну да, все это требует время, но все эти способы используются. Не думал японский выучить. Думал, но не отказался от этой идеи. 4 по 2, не? Я забыл. Я забыл, сколько килобайт памяти PC Engine Interface Unit для сейва. Подожди, Tennakoi 2 вышел. Аксессуар, он так называется, потому что там 2 килобайта памяти. Да, Стас, ты прав. Я уже понемножку отложил эту часть информации в ту часть головного мозга, где мне это не так сильно нужно. Да, 4 раза по 2 килобайта. Как пережить игровую импотенцию? Я последние года вообще не могу сюжетные игры играть, а в сессионке, если играю, то пропадаю в них на год, чувствую себя дураком. На мой взгляд, тебе надоели игры, которые тебя грузят. У меня такое бывает часто. В частности, сейчас переживаю это в очередной раз. Надоели игры, которые тебя грузят какими-то большими мирами, информацией, лором. Поиграй в игры про геймплей. Как раз таки ретро-игры, инди-игры. Как раз битэмапы, платформеры, ран-н-ганы, все, что я люблю. Что-нибудь спинномозговое. Метроидвани, который не грузит тебя сюжетом особо сильно. Мне кажется, говорит доктор игровой потенции. Мне кажется, вот такие игры и вытаскивают лучше всего. В пятницу играем в Глиномеск. Да, мы сейчас на стрим-канале, ребят, проходим Skull Monkeys. Это платформер, сиквел к Neverhood. Пластилиновый платформер про Клеймана, которого мы ласково называем Глиномесом. Так что приходите. Ну и не забывайте, что у меня есть канал Pixel Devil Life, где выходят ролики всегда, пока не выходят здесь. Пока я работаю над очередным долгим экстралайвом, там выходит вполне годный контент, который стоит вашего внимания. В описании все ссылочки есть. Вам спасибо за теплый добрый вечер. Спасибо за поддержку. Смогу теперь позволить еще что-нибудь прикупить в основном для следующей консольной истории. Где я есть вещи, которые я думал покупать, не покупать, но теперь вижу, что покупать. Спасибо за поддержку. В очередной раз скажу, что без вас уже давно бы всего этого не было, а сейчас так и подам. Всем спасибо, хорошего вечера, всем пока.